Теремок ТВ представляет. Понимасика. Поход на север. Тетушке сове, маленькому жирафчику от бабушки. Что ж она пришлет, когда он вырастет? Почтальону. Ух ты, это ж мне. Что там? А, это мне прислали навигатор из ремонта. Наконец-то. А что это? Часы такие странные. Это компас. Пока у меня не было навигатора, я с его помощью развозил посылки. Такой маленький. А чем его в розетку включать? Как это? А никак. Работает без всякого электричества. Синяя стрелка всегда показывает на север, а красная – на юг. Да это же настоящее волшебство! Ну почти. Это наука. Мне нужно отвезти эти посылки. А компас? А компас я дарю тебе. Вот это да! Спасибо! Ужас, что случилось? Караул! Ослик пропал! Как? Где? Я пошла к нему, но его дома нет. А на столе вот записка. Я ушел на север, ослик. Ничего себе! Надо что-то делать! Он же совсем один там, на севере. Немедленно за ним! А где же этот север? Куда идти-то? По компасу. Ого, это что-то волшебное? Нет, это что-то научное. Я придумала специальную северную песню. На север идем мы вдвоем. И северной песни поем мы поем. Нас компас на север ведет. Ведь компас не врет. Подпевай! Ведь компас не врет. Это ослик! Он кричит нам с севера! Бежим! Ослик! Ослик! Спасите! Ослик! Ты здесь? Здесь! Здесь! Может, это не ослик, а эхо? Ты тут? Ты тут? Тут! Определенно эхо. Пошли искать дальше. Стойте! Стойте! Ты эхо? Кто эхо? Кто эхо? Где эхо? О-хо-хо-хо-хо. Точно эхо. Уходим отсюда. Ох, да ослик я. Вытащите. Хватай меня за ноги, я вытащу. Тащи. Тащу. Тащи. Я подковки, морковки. Нет, это шишки, иголки. Я шел на север. Да, непростой этот север. А мы на севере? Не знаю, как-то тут не очень северно. Это, возможно, даже юг. Надо было с собой компас брать. Компас? Настоящий? Я про него только в книжках читал. Про пиратов и путешественников. Он помогал им найти дорогу в море и даже в пустыне. Вы теперь пираты или путешественники? Пираты. И немного путешественники. Ну, скорее, бежим на север. Может, лучше на юг? Или вообще домой? Там тепло, а вот на севере... Бррр. Настоящие пираты холода не боятся. Вперед! На север идем мы втроем. И северную песню поем мы поем. На север нас компас ведет. Впереди. Что это? Это что-то миражное?
Не миражное, а мороженое «Север». Тут так написано. «Север, вот ты какой! Вот как бывает!» «Мороженое! Мне все! Эскимо, пломбир, рожок и в стаканчике!» «И мне!» «Да, и еще лед! Фруктовый! Побольше! На севере же должен быть лед!» «Мне нравится север! Пожалуй, надо ходить сюда почаще! Теперь можно и домой!» «Это куда идти?» «На юг!» «А я южную песню придумал!» «Мы втроем идем на юг, солнце греет, как утюг, компас за собой ведет, компас никогда не врет, компас никогда не врет». Единорог, который все мог. Папа в пути, посылка вовремя должна прийти. О. Красиво! Позвольте, это о меня спросить? А разве это не ты нарисовал? Нет. Ой! Не нужно благодарностей. Я просто украсил тут все. Так это ты все разрисовал? Нескромно хвастаться, но да. Почта мобиле, срочно доставить посылку по адресу. Повторяю. Доставить срочно посылку по адресу. Почта мобиль, это здорово! Я так хочу покататься! Папа тебя покатает. Давай дружить. Я Понимашка. Это Сметанка и Ослик. Здравствуйте. Да, дружить со мной очень здорово. Я все могу. Мне нужно бежать навстречу волшебников. Я тесто поставила. Смотрите, чтоб не убежала. Давайте его охранять. А зачем тесту убегать? Оно точно не убежит, если мы испечем из него пирог. Я пеку самые вкусные пироги. Но мама сказала... Тесто какое-то прилипучее. Где у вас духовка? Все, пошли. Я вам покажу, как я умею прыгать. С закрытыми глазами. А? Я лучше всех прыгаю. Кажется, оно убегает. От меня не убежит. Ой! Ой! А у меня новый самокат. Пойдемте, покажу. Да у меня этих самокатов миллион! И двухэтажный есть. Ух ты! А можно посмотреть? Ну, так и быть, пойдемте. О, привет, герой! Давайте посидим в почтомобиле. Без папы нельзя. Да мы просто посидим. С ним не страшно, он все умеет. Стойте! Ой-ой, и попадет же нам. Я лучше всех вожу машину. Могу нарисовать картину. Ты капусту раздавил. Стойте, по спортивке морковки. Есть медали миллион. Я самый скромный и красивый. Остановись, мы куда? Я запросто остановлюсь, когда захочу. Спасите, мы врежемся. Я запросто остановлюсь, когда захочу. Я миллион раз так делал. Если вы, то не краснею. Своего всегда добьюсь. Я все могу, я ого, все умею. Ой! Бензин кончился.
Ух, спасли. Вы как тут? Отлично покатались. Я же говорил, я все могу. Ай-яй-яй. Я думала, он. Вот, извините. И что такого? Чуть-чуть покатались. И вообще, мне домой давно пора. У меня миллион дел. Я все могу, когда захочу. А вы эти, трусляки. Да, ты просто хвостун. А кто это, хвостун? Вот он и есть. Я больше не буду, я все исправлю. Вот, лучше всех отмыл. Ну, а рисовать-то теперь где? На бумаге. О, это я умею. Это я могу миллион раз так делать. Чтобы нарисовать? Велосипед двухэтажный. Ой, может лучше этот, пирог? Только двухэтажный. Я один такой на свете, самый лучший на земле. Все ребята на планете знают обо мне. Я все могу, я все умею. Хвостовишка, хвостовишка, хвостовишка.